Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить или выключить автоповорот экрана на Xiaomi Poco F3. Для этого нам просто нужно потянуть вверх, потом более детально открыть нашу панель и найти автоповорот экрана. Как видите, у меня здесь закреплена ориентация, но когда мы нажимаем еще раз на этот пункт, у нас она отключается, и мы можем пользоваться нашим телефоном как в альбомной, так и в портретной ориентации. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!